Это кино про жизнь. Мне кажется, что Тодоровский очень хорошо чувствовал нерв времени и проблемы простых людей, я бы сказала так, такими школьными штампами. И к тому же он, конечно же, женский режиссер, потому что у него главный герой, ну, главный герой почти всегда женщины. И в этом он отчасти опередил время. Плюс ему присущ определенный лиризм, потому что он был человек музыкальный, он сам писал эти песни, зачастую их исполнял. Ну и он оставался фронтовым человеком, пережившим войну, военным оператором. Поэтому у него всегда была как бы шкала ценностей, при которой самая страшная трагедия все-таки позади, и главное, чтобы она не повторилась. Хотя жертвы того времени, они вот осколками разбросаны в нынешней реальности. Ну да, потому что он, конечно, глубоко антивоенный режиссер.